Доброго времени суток, дамы и господа. В эфире раб Божий Сергей. Рад приветствовать вас. Итак, к сути ближе. Сегодня у меня было две задачи. Одна основная, другая, так сказать, побочная. Основную задачу я прое. Осталась побочная задача. Покормить кота. Чем я, собственно, в скором времени и займусь. Не переключайтесь. Ну и как вот через эти ебеня пройти, блин? Щит. Решил пройтись до кота пешком, потому как трамвай легко управляем. В смысле, пешком ходить полезно. Но здесь препятствия некоторые у меня появились. Не той дорогой пошел. Не всегда самый короткий путь, самый короткий на самом деле. В смысле, не всегда тот путь, который кажется коротким, на самом деле короткий. Красота, вкусняшка. Возможно, я вам надоел уже своим нытьем про качество дорог. И поэтому дам возможность насладиться дорогой молча. Как вам? Правда круто? Я думаю, что круто. Скорость передвижения, конечно, у меня высокая. 11-12 километров сейчас. Сейчас опять взмокну весь, как суслик или кто там взмокает. Купил себе выпить и закусить, чему, в общем-то, очень рад. А кто это меня тут встречает? Не знаешь меня, да? Пошли, пошли. Кс-кс-кс. Так, какашки детектят. Какашки есть. Что же ты так мяукаешь? Один, наверное. Одному, наверное, сложно быть дома. Скучно. Да? Феликс Загизмундович. Смотри, что принес. Хороший кот. Сейчас руки помою и навожу тебе покушать. Хорошо? Феликс. Мяу. Мяу. Какой красивый кот. Радуется. Красивый. Феликс Сигизмундович, пошлите кушать. Наверное, очень сильно проголодались, судя по издаваемым вами звукам. Полненькую, полненькую, да. Какой хороший котик. Не то, что наш малыш. Дается, гладится. Кушай, кушай. Дай. Не буду отвлекать. Надо тебе, Феликс, еще влажного корма насыпать. Сейчас тарелочку помою твою. Феликс, я вот не знаю, тебе хозяйка полную дает эту штучку. Или нет? Бедненький котик. Один дома сидит.
Давайте полную дам. Какой красивый. Кушать наложено, кушать. Так почему же ты все равно мяукаешь, кот? Может, ты хочешь поиграть? Нет? Я рекомендую. Мяу-мяу. Я думаю, на этом мой влог «Покормить кота», побочное задание за день «Покормить кота» можно считать законченным. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь. И также мои социальные сети, будут ссылки в описании. Всего доброго, дамы и господа. Феликс. А, ты не Феликс. Пока, котик. Пока. До скорого.